Всем привет! Вы смотрите канал Данила Кулеши, и сегодня у нас появилась такая возможность поприсутствовать на дне рождения у магазина iStudio в ТРЦ «Большевик». Давайте посмотрим, что там было. Итак, поехали! Собственно, началось все, как и обещали, в час дня, и первым покупателем стал мужчина, который приобрел себе MacBook Pro и получил на него скидку в размере 20%, ровно так же, как и было указано в детальных условиях акции. Между покупателями разыграли три портативные акустики, две из которых от компании JBL и одна Harman Kardon. На этом, собственно, все. Я думаю, что когда в следующий раз будет такая сходка, я обязательно выложу анонс на канале, и мы сможем с вами встретиться. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки под этим видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.